Что значит отучить собаку заходить к посторонним людям? Научите собаку отзываться на ваш подзыв. И пока работайте с собакой на поводке. Вот. То есть ей сейчас люди посторонние более интересны, чем хозяин. У нее не сформирован подзыв. Соответственно, собака не может гулять без поводка. И длину поводка вы будете постепенно увеличивать, тренируя, опять-таки, подзыв. Но и почему ей интересны другие люди больше, чем хозяин, это тоже большой вопрос. То есть должно быть наоборот. Вот, реакция у собак на людей должна быть позитивно-нейтральная, скорее. Вот, проработайте этот момент. То есть подзыв на поводке, длина поводка увеличивается. Либо приходите на вебинар бесплатный по теме подзыва, я там даю конкретные упражнения, техники, да, и видеоурок. Либо сразу же на курс «Собак. Инструкция по применению», либо читайте статьи в Инстаграме. Но сейчас коротко не давайте такой возможности. То есть собака на поводке, а вы тренируете свою собаку.